Качество жизни жителей напрямую зависит от чистоты окружающей среды. Эту аксиому никто и не оспаривает. Поэтому этот вопрос уже многие годы не сходит с повестки дня. И несмотря на то, что беречь природу – это обязанность каждого из нас, к сожалению, мало кто помнит об этом постоянно. Какие же проблемы в первую очередь испытывают местные экологи? Над чем сейчас работают? Как выяснилось, в настоящее время сказывается отсутствие установок по биологической очистке местных каналов. Это очень сложная проблема для нас. Как вы знаете, был у нас тут случай, когда произошла авария и образовалась угроза загрязнения окружающей среды водой с фильтрующих площадок, находящихся в ведении предприятия Жамбылсу через каналы Коктем-1, Коктем-2. Тогда с помощью облакимата мы сумели разрешить эту проблему. В настоящее время экологические проблемы волнуют всю мировую общественность. Противодействие вызовам, решение сложившихся проблем – общее дело для всего человечества. Поэтому каждый из нас, даже в простых вещах, должен сознательно участвовать в охране окружающей среды, говорят сами специалисты-экологи. Профилактические работы по предотвращению загрязнения окружающей среды мы проводим на постоянной основе. Но главное в том, чтобы построить второе специальное учреждение – здание с большими очистными сооружениями. Желание сохранить окружающую нас среду в чистоте должно исходить от каждого жителя. Несмотря на то, что со стороны властей выделяются огромные средства и проводится большая работа, все будет тщетно, если население не знает им цену. Потому охрана окружающей среды является одним из важнейших факторов. Куляш Мурзакова, Ислам Хамшибек, Нурхадар Рюмхан, 77 News.